друзья, я придумал наконец-то способ, как определить, что наша Земля имеет либо плоскую, либо сферичную форму. Не знаю, может быть, этот способ кто-то до меня демонстрировал, я его пока не слышал, поэтому представляю этот способ вам. Обычно, когда мы смотрим о закругленности нашей Земли какие-то файлы, ну, например, там снимки или видео, мы делаем упор на то, что мы видим по поверхности Земли. То есть у нас есть линия горизонта и есть та протяженность самой поверхности Земли, которая располагается непосредственно между нами и линией горизонта. И мы все внимание свое сосредотачиваем на этой поверхности и смотрим, как она уходит туда, за горизонт. Здесь и начинаются споры. Некоторые говорят, что поверхность уходит вот так туда. Причем есть калькулятор, который рассчитывает эти расстояния закругления, и в принципе вы его можете найти, называется он «Видимый горизонт и дальность видимости». Такой калькулятор в интернете есть, вы можете посмотреть, там много чего интересного. Он говорит о том, что, например, человек со своего роста, условные 2 метра, видит горизонт на расстоянии 5 километров, запомните эту цифру, и дальность видения туда, вот за горизонт, она существует, она достижима, но зависит от высоты объекта, на который смотрит человек. Понятно, да? То есть я вам еще рисую. Вот человек стоит, он смотрит горизонтально. Мы считаем до сих пор, что свет распространяется по прямой линии. То есть человек видит тот свет, который идет к нему от объекта по прямой линии. В это же время Земля, по версии Шаровиков, она вот так закругляется. И вот это расхождение, которое постоянно образуется между лучом зрения и поверхностью Земли, оно и устанавливается тем самым калькулятором, который показывает, насколько та часть объекта, который высокий, который может быть виден, насколько она километров удаленной может быть видна. То есть все понятно. И мы всегда только на это и делали упор. Я ни разу не видел других работ. И тут меня буквально вчера осенило. Знаете, какая ситуация? А почему мы смотрим в нашем опыте только на Землю? У нас же есть прекрасный такой природный прибор, который зеркально Земле отражается, он существует в верхнем положении, то есть не на Земле, а над ней. И, в общем-то, он повторяет все телодвижения Земли, всю ее форму, и по этому прибору мы можем с вами понять форму нашей Земли. Ну и, естественно, все прекрасно вы понимаете, когда я вам назову этот прибор, вы, естественно, согласитесь со мной, и я вам представлю некоторое количество фотографий, которые уже сделаны с применением этого прибора, и вы увидите, что да, действительно, как ни странно, но поверхность Земли плоская. Я, честно говоря, не сторонник плоской Земли, не сторонник теории плоской Земли, но тут я не знаю. Дело в том, что физика природы показывает, что Земля плоская, и сколько бы мы ни ломились в эту дверь, в открытую дверь, мы другого доказать при наличии этого прибора не сможем никак. Но сначала, прежде чем назвать этот прибор, я вам теории немножко расскажу, чуть-чуть, чтобы вы просто понимали. Дело в том, что та система, которую мы называем линией горизонта, и вообще как устроено наше зрение, которое зависит, точнее, фиксирует те лучи, которые к нам приходят, так вот, смысл здесь математический вот какой. Мы стоим, обозреваем какой-то предмет, куда-то смотрим, и нами фиксируемые габариты этого предмета, ну, например, человек какой-то стоит, изменяются обратно пропорционально расстоянию до него. Это обычная формула потенциальной, ну, скажем так, зависимости. То есть, когда в формуле присутствует единица, деленная на r квадрат. R – это расстояние до объекта. Поэтому наше зрение формируется вот по этой сфере вокруг нас, а эта сфера растягивает ту самую нашу зрительную коммуникацию вот в такой пропорции. Поэтому горизонт существует только из-за того, что к нам попадает вот эта обратная r квадрат порция света.
Понятно, надеюсь. Ну, примерно я где-то вот так объяснил. Больше ни от чего это не зависит, ни от каких других параметров. Это же единица, деленная на r квадрат, она находится во всех формулах, которые приводят и учитывают взаимодействие. Ну, например, закон Кулона, закон гравитации. Все вы знаете эти формулы со школы. В свое время, где-то лет 8 тому назад, я на эту тему писал статью, которая была опубликована в трудах Института системного анализа РАН. И эта статья, в которой я привел 12 таких законов, обратных r квадрат, она как раз продемонстрировала, что этот закон, который в организме называется коммуникативным, все, он описывает все виды коммуникации. Ну вот наше зрение – один из видов коммуникации, поэтому тоже подчиняется такому закону. В результате этого закона у нас как бы к расстоянию туда уменьшается размер объекта, чем дальше он от нас расположен. Вот какая зависимость. Но сама линия горизонта, она зависит не от того, что планета закругляется, а от того, что как раз размер самого видимого объекта или того объекта, на который мы смотрим, он как раз обратно пропорционально и уменьшается. Теперь о том самом приборе, про который я вам хотел сказать. Этот прибор природный, и он называется облака. Лучше всего смотреть по фотографиям или по съемкам кучевых облаков. Почему? Ну, во-первых, они имеют наиболее низкую границу, это примерно 200 метров над землей. Во-вторых, они расположены такими, знаете, рядами или какими-то четко идентифицируемыми такими кучками, которые можно смотреть одну кучку, например, перед собой, другую на каком-то расстоянии. И самое главное, что если идет облачность одним таким большим, ну, назовем его фронтом или каким-то массивом, так будет точнее, то высота этой облачности, нижняя высота, естественно, одинаковая. Примерно там плюс-минус 5 метров, я условно говорю, при таких цифрах это уже не важно. И мы тогда, в этом случае, когда мы видим и смотрим на эти кучевые облака, мы видим зеркальные отражения нашей поверхности. О чем я говорю? Смотрите, если наша поверхность вот так закругляется, и все облака, на которые мы смотрим, имеют высоту 200 километров, то, в принципе, они уходят вот так, и мы должны видеть вот этот изгиб облаков своим собственным зрением. И вот так они куда-то туда уходят за горизонт. Что же мы видим на фотографиях и на других съемках? Мы видим, что Земля и облака идут параллельно и уходят в горизонт на одном и том же прямом луче. Сохраняется то самое расстояние 200 метров, и еще от линии горизонта до низа нашего зрения, оно сохраняется и вот так вот как бы сужается туда в длину до горизонта. У кого набитый чертежный глаз, как вот у меня, например, потому что я черчение, по-моему, там лет 5 изучал, и я сам конструктор, поэтому это мое черчение, это мое такое внутреннее геометрическое состояние. И я сразу вижу форму определенной структуры по какому-то другому ее изображению. Ну, например, как три проекции, когда делается какая-то изометрия или еще что-нибудь. В этом смысле, когда мы смотрим на эти облака, вообще на структуры облаков, не обязательно это должны быть кучевые облака, главное, чтобы это были структуры облаков какой-то более-менее одинаковой, ну, так скажем, кожности, вот так я назову, чтобы их расстояние до Земли везде на их протяженности, на протяженности этой самой облачности было одинаковым. И вот тогда мы можем отражение формы нашей Земли видеть в структуре этих облаков. Еще раз говорю, если бы Земля была сферическая и уходила бы туда за горизонт вот таким образом по сфере, то мы бы, естественно, видели эти облака, которые бы были точно так же сделаны. Абсолютно вот так. Причем я подозреваю, что сейчас кто-то сказал, что вот эти расстояния закругления очень большие. На самом деле нет. Тот калькулятор, о котором я вам сказал, он как раз и показывает, что эти расстояния в случае сферичности Земли крайне малы. Ну, посмотрите, если вбиваем 2 метра в высоту человека, то зрительный
горизонт становится на расстоянии всего лишь 5 километров. 5 километров, то есть 5 километров – это расстояние, на котором вы видите горизонт, и больше за ним все. Вот так обрывается наша с вами сферическая Земля. А дальше уже, чтобы какой-то объект, расположенный на той потусторонней стороне, увидеть, этот объект должен быть большим, чтобы выскочить из-за этой изогнутости своей головой там, или чем-нибудь наверх. То есть, грубо говоря, если вот здесь какая-то гора есть, то она должна быть большой, чтобы торчать макушкой своей вот из этой прямой линии, которая формирует наш горизонт. 5 километров, 5 километров. С другой стороны, давайте посмотрим этот же калькулятор. Если я смотрю туда на горизонт, он все время 5 километров при моем росте, условных 2 метрах, но если я туда забиваю, например, высоту облаков порядка 200 метров, то уже я могу их видеть на расстоянии около 30-50 километров. А если я забиваю высоту, максимальную высоту кучевых этих облаков, 6000 метров, то тогда получается, что я их могу видеть, последние вот эти штучки ихние, которые не уходят туда за горизонт, я должен их видеть на расстоянии 300 километров. Но когда вы смотрите на фотографии, вы видите, что геометрия верхнего слоя, зеркального по отношению к поверхности Земли, она совершенно никак не меняется, она никак не закругляется. То есть мы с вами видим, что ближайшие к нам облака находятся на расстоянии, допустим, 200 метров, и вот так они спокойненько туда, к горизонту, и опускаются. Нет вот этого закругления, и мы с вами не видим, чтобы часть облаков ушла за горизонт, а часть торчала макушках где-то там за горизонтом. Такого явления нет. И я уверен, я не проводил этих опытов, но надеюсь, что кто-нибудь проведет этот опыт со своими серьезными какими-то телескопами или фотокамерами, у меня такой нету. И вот если кто-то проведет, то я уверен, что вот на ровной поверхности, чем дальше вы будете смотреть и сильнее увеличивать, я уверен, что вы будете видеть прямые эти облака на той же высоте, расположенные над землей. Мы все время смотрели на море, на корабли, мол, вот они на поверхности моря как-то стоят, и вот видно их там башни, всякие антенны и тому подобное. А мы забываем, что над этими кораблями на несколько сот метров в высоту висят те самые облака. И они тоже имеют протяженные структуры. И мы эти структуры можем смотреть и рассматривать тоже над тем же самым морем и океаном. Я тоже подобрал вам несколько таких фотографий, которые взял из сети и которые четко показывают, что даже над морем, которое, в общем-то, должно иметь идеально ровную, прямую во все стороны поверхность, облака имеют прямую, соответствующую, зеркальную, абсолютно плоскую систему своего расположения. Поэтому эти облака, которые мы с вами видим на фотографиях, они уже размещены не на тех 5 километрах до горизонта, а уже они показывают при соответствующем качестве, конечно же, съемки, они показывают гораздо более далекие рубежи нашего зрения. И, наконец, еще одна интересная штука, которую я хотел бы в этой же связи затронуть. Это структура освещения облаков. Есть множество фотографий, вы можете их тоже рассмотреть самостоятельно, я привожу вам несколько, где огромное количество облаков, которые расположены на территории больше, чем 5 километров до горизонта, больше, то есть намного дальше, чем эти нас ограничивающие данные, и вы посмотрите, как освещены эти самые облака. Здесь я обращу ваше внимание вот на что. Еще раз, если у нас Земля сферическая, вот так она уходит, и облака вдруг ее, как нам рисуют, вот так же, точно повторяют, то есть вот 200 метров в нашей точке есть, и вот так они на 200 метров уходят за горизонт там куда-то и висят вот в таком полукруге. Тогда у нас получается Солнце, источник вот этой световой энергии, светового потока, который находится где-то там сбоку. И если он попадает на наши облака, то они освещаются определенным образом, с определенной стороны. Но структуры этих облаков, они дальше повторяются вот так. И мы должны были бы видеть при сферическом освещении нашей Земли, что вот эти уже облака, они были бы освещены совершенно по-другому. Сейчас я вам проведу такой небольшой эксперимент.
Я поставил источник света, достаточно мощный, видите, какую он дает тень. И вот смотрите, вот у нас поверхность Земли, вот моя рука, смотрите, как она освещена, вот с этих сторон, вы видите, да? Дальше поверхность Земли я начинаю закруглять, и за ней уходит моя рука. Что мы получаем? Освещение совершенно с другой стороны. Освещение с другой стороны, и что в результате мы делаем в качестве выводов? На наших фотографиях, которые у нас есть, которые Солнце освещает с определенного своего какого-то положения, и ближние к нам тучи, облака, и дальние самые-самые освещены одинаковым образом, абсолютно одинаковым образом. Это говорит о том, что все эти объекты, которые идут туда на Солнце, они расположены по прямой линии, по прямой линии. О чем это говорит по физике нашей Земли? О том, что если у нас Земля вот так сферическая, закругляется туда на Солнце, то тогда получается, что освещенность нам показывает, что облака идут туда на Солнце одинаковой прямой линии. То есть они должны к горизонту подниматься от нашего земного шарика. Чего мы, естественно, не наблюдаем, потому что у нас вся геометрия зрительная, которую мы видим, демонстрирует, что верхний слой облаков, то есть его нижняя граница этого верхнего слоя, она абсолютно плоская. Я думаю, что это совокупная такая штучка, то есть плоский покров облаков, достаточно низких, 200-1000 метров, такая зрительная как бы часть, может быть повыше, это даже может быть лучше. В совокупности с его освещением Солнцем, стабильным источником прямых лучей освещения, вот эта конструкция нам позволяет сделать вывод, что мы с вами видим в виде облаков прямолинейную плоскую структуру, которая висит своей плоскостью над абсолютно такой же плоской Землей. И нет никаких закруглений нашего шарика, каким бы он ни казался треугольным, семиугольным или, может быть, еще каким-то. Нет такого закругления. Об этом нам говорит вся видимая часть, фиксируемая часть того самого слоя облаков. Можно смотреть в любые стороны, на любых облаках, никакой сферичности не существует. Поэтому я думаю, что это после осмысления это доказательство будет принято нашим международным, как говорится, анклавом борцов со сферической Землей. Я, конечно, к ним не принадлежу, но я не хочу, чтобы наша наука шла по идиотским каким-то точкам и говорил, что у нас сферичная Земля, потому что кто-то там в Древней Греции где-то когда-то посчитал, что она шарик, потому что где-то там отбрасывается тень. И я вам хочу еще в окончании показать статью в Википедии «Шарообразные формы Земли». Я когда готовился к этому материалу, думаю, дай посмотрю, может там что-то интересное, а там, представляете, только 5 перечислений каких-то древних цивилизаций, которые даже сегодня, в наше время, к цивилизациям никак не относятся, имеется в виду, конечно, вот такого глобального характера. Космос, допустим, Земля, Солнечная система, вот к этим системам. Там поименована, вот перед вами сейчас эта страничка, поименована какая-то Древняя Греция, которая является выдумкой, и это, наверное, все уже поняли, потому что древнегреческий язык сформировался во второй половине 20 века, об этом говорят, пишут все лингвисты, все абсолютно. И еще поименованы Армения и арабские какие-то страны. Но тут я вообще просто отпадаю, потому что даже если брать берестяные грамоты, о которых я много раз уже говорил, то они относятся к X веку, самые ранние. И дело в том, что там описаны вот эти серебряные монеты, которые добывались в арабском регионе, но все серебро, которое шло на эти монеты, оно поставлялось только в Центральную Россию, в Древнюю Русь. У самих арабов не оставалось ничего, потому что, как писали те исследователи, а это Залезняк, академик, это академик Янин, это великие светила нашего времени и предыдущего этапа времени, это академики
по археологии, которые сами, и по лингвистике, которые сами все это раскапывали и изучали. Так вот, все эти серебряные монеты чеканились у нас, а там, почему их там не было, в арабском регионе? Потому что там жизнь была в 1000 раз дешевле. То есть это как сегодня на каких-нибудь юго-восточных островах, где нет никакой цивилизации, и уровень жизни там копеечный, понимаете? Поймали осьминога, съели на двоих, вот и все, счастье привалило. Так же и тогда, в X веке, про который нам столько здесь нагружают на уши, тогда, в те времена, обходились арабы, если они существовали, то они обходились медными своими вот такими копеечками, которые стоили, ну, не знаю, 1/1000 от этой самой серебряной древнерусской монеты. Вот такая была как бы цивилизация. И все приписывают туда. Вот все, лишь бы только в России не было никаких изобретений, все отдают и записывают на любые другие народы, хоть ты какой, хоть обезьянам каким-нибудь там, гориллам или шимпанзе, но только не русскому человеку. Я, кстати, на себе это ощущаю. Сколько бы ни получал различных наград на различных там конкурсах и тому подобное, ни за что ни один товарищ, который нам совершенно не товарищ, который рулит в России всеми этими, ну, не знаю, как их назвать-то, признаниями, условно говоря, ни один даже не посмотрел в мою сторону. Иногда это становится очень интересно, очень так прикольно, но вот такая ситуация. А потом мы думаем, а почему это весь мир в третий раз привел наш с вами маленький такой земной шарик, как говорят, шарик именно, да, к этой самой Третьей мировой войне? Да потому что они изначально обворовывают нас, на этом построены, я имею в виду эти европейцы и все остальные там придуманные цивилизации. Никогда у них ничего своего не было. Я просто для примера вам говорю, что немецкий язык возник в конце, в самом конце 19 века. Это 1890-е годы, вы представляете? То есть о чем мы говорим, о каких цивилизациях там в Европе мы говорим? А вот эти языки типа датский, шведский, еще какие-то, это вообще производство 20 века. 20 века. Вот так вот. Подумайте над моим доводом в пользу плоской Земли. Я не знаю, может быть, я теперь соглашусь, что Земля плоская. Не знаю, подумать надо еще. Но это сильный довод. Более сильный, чем все остальные. Ну, естественно, у меня возникает опять очередной вопрос. Что там делают эти самые космонавты? Хотя на один свой вопрос, почему они не снимают Землю, на нормальные камеры, почему все время используют рыбий глаз, я вот в этом случае получил ответ. Потому что если они будут использовать нормальные фотокамеры, видеокамеры, они нам продемонстрируют то, что Земля плоская, и вся их вот эта теория о шарообразности, она рухнет. И тогда будет непонятно, чего они там за облаками делают.